Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, коллеги. И спасибо вам большое, что вы в свое отпускное время нашли возможность подключиться к нашему вебинару. Тема его представлена на слайде. Это планирование работы в начальной школе по литературному чтению в учебном году. Чему учить и что оценивать. И, наверное, я должна представиться. Меня зовут Войтина Марина Викторовна. Я работаю в Академии постдипломного педагогического образования Санкт-Петербурга и являюсь авторами многих учебных и методических пособий в области начального образования. Понятно, что, в свою очередь, если я работаю на кафедре начального образования, то я и занимаюсь вопросами организации, сопровождения, методики именно вопросов начального образования. И поэтому вот сегодняшняя лекция как раз и будет посвящена тому, как организовать в этом учебном году уроки литературного чтения. Сразу же обращаю ваше внимание на те основные вопросы, которые я постараюсь осветить в рамках нашего вебинара. Но понятно, что если мы говорим о планировании учебного курса, учебного предмета, то тогда встанет вопрос, касающийся нормативно-правового сопровождения. То есть на основе каких документов мы должны будем спланировать всю работу по курсу литературного чтения. Затем мы немножечко поговорим о рабочей программе педагога. И в рабочей программе педагога я буду обращать внимание именно на те вопросы, которые будут связаны в дальнейшем с организацией и проведением именно урока литературного чтения. Поговорим о планируемых результатах по курсу литературного чтения, потому что это очень важный вопрос, и всегда легче всего любому учителю сориентироваться, чему нужно научить по курсу русского языка или математики, но всегда достаточно трудно иногда высветить, выделить те вопросы, которые должны быть отработаны в курсе литературного чтения в каждом учебном году. И я постараюсь вот так же точечно, да, как по русскому и по математике, определить, над чем мы должны будем с вами работать по курсу литературного чтения, если вы учитель первого класса, второго класса, или если вы учитель третьего или четвертого класса. И, конечно же, мы немножечко поговорим о контроле и оценке результатов по литературному чтению. Все вы прекрасно понимаете, что все темы, которые представлены на слайде, они достаточно объемны. А времени у нас не очень много, потому что время вебинара ограничивается 40 минутами. Поэтому очень прошу, я специально оставлю небольшое количество времени для того, чтобы ответить на ваши вопросы, если они у вас появятся. И для этого есть вкладка «Вопросы». Итак, давайте теперь посмотрим и на тот слайд, да, который определяет прежде всего нормативно-правовое обеспечение планирования курса литературного чтения, и в том числе всех других остальных курсов. На сегодняшний день, пока не утвержден новый федеральный государственный образовательный стандарт, мы все так же в этом учебном году ориентируемся пока еще на примерную основную образовательную программу. И содержание этой программы можно скачать на в госреестре. Да? Вот здесь есть ссылка на этот сайт. И, в свою очередь, так как презентации вами могут быть скачаны, то вы, в свою очередь, достаточно легко можете перейти и на сайт в госреестра. И что нам будет важно в примерной основной образовательной программе? Ведь в основной образовательной программе прежде всего определено все содержание всех предметов, и в том числе, да, содержание литературного чтения. Поэтому что будет важным, что мы должны будем взять из основной образовательной программы? Прежде всего, да, планируемые результаты, на которые мы должны будем выйти за все 4 года обучения, заканчивая уровень, да, образования начальной школы. Поэтому, в свою очередь, да, дальше мы должны будем соотнести содержание итоговых планируемых результатов на уровень образования,
с тем, что должно быть нами отработано на каждый учебный год. Посмотрите, пожалуйста, я обращу ваше внимание на ссылку к сайту издательства «Просвещение». И если мы говорим о основной образовательной программе, то в основной образовательной программе будут прежде всего ориентиры на содержание и планируемые результаты по всем учебным предметам. Любая авторская программа, а в данном случае мы ориентируемся на авторские рабочие программы, содержание программы по любому предмету, в том числе и по курсу литературного чтения, может быть расширено. Поэтому, в свою очередь, для нас будет очень важным понимать, что будет входить и соотноситься с содержанием основной образовательной программы и рабочей авторской программы, да, и что будет превышать содержание авторской рабочей программы по сравнению с основной образовательной программой. Очень прошу обратить внимание на те методические рекомендации, которые здесь есть. И для того, чтобы скачать, в том числе и по литературному чтению, необходимо будет что сделать? Только нажать вот эту рабочую ссылочку. И тогда, в свою очередь, для понимания того, как спланировать учебную работу по всем предметам, в том числе и по курсу литературного чтения, вы обратитесь к методическим авторским рекомендациям, где будет представлено и планирование, и содержание по годам обучения, где будет представлено и календарно-тематическое планирование. Это все очень важно для учителя. Теперь давайте посмотрим, если в свою очередь для любой школы, для планирования учебного процесса будет являться важным основная образовательная программа, и в свою очередь это основная образовательная программа каждой, да, организации, каждой школы, в которой вы работаете, которая создана на рабочей авторской, на основе рабочей авторской программы, то для учителя есть единственный документ, на который опирается учитель при планировании учебного процесса по любому курсу, в том числе и по курсу литературного чтения, это рабочая программа. Я уже читала недавно, 6 июля, лекцию по тому, как пишется рабочая программа, по тому, как она корректируется, рабочая программа, и вы можете опять же обратиться к сайту издательства «Просвещение» и в архиве вебинаров найти этот очень важный в преддверии учебного года вебинар. Поэтому сейчас мы только, да, с вами уточним, что в рабочей программе педагога должно будет определено содержание работы учителя на каждый конкретный год. Если мы говорим об этом в 2020-2021 году, то тогда, в свою очередь, понятно, что и рабочая программа будет создаваться на этот учебный год. И посмотрите, вот здесь опять же на этом слайде есть все рабочие ссылки по тем учебным предметам, по тем учебно-методическим комплектам, которые представлены на сайте издательства «Просвещение». Это ЛМК «Школа России», и здесь представлены все программы, которые вы можете взять за основу для написания своей авторской рабочей программы. И здесь же даны все ссылки к программам учебно-методического комплекта «Перспектива». Ну и тогда, в свою очередь, еще раз, да, давайте обратим внимание на документ, который определяет, что же мы должны взять из методических рекомендаций, из программ для написания своей собственной программы. Это приказ номер 1576 от 31 декабря 2015 года, или последняя редакция федерального государственного образовательного стандарта, где определено совершенно точно, что в рабочую программу учителя должно быть включено содержание учебного предмета. В данном случае, если мы говорим о литературном чтении, то содержание литературного чтения – это планируемые результаты, то есть на какие результаты
И прежде всего, предметные результаты мы должны будем с вами выйти по итогам каждого учебного года. То есть что мы должны будем отработать с детьми, на какой результат выйти в конце первого класса, второго класса, третьего класса и, соответственно, четвертого. И, соответственно, тематическое планирование. Вот посмотрите, опять же, не могу не сказать, очень часто задается один и тот же вопрос. Можно ли писать программу рабочую коллективно? Вот эти три пункта, планирование, содержание и тематическое планирование, могут быть написаны творческой рабочей группой учителей. Потому что это все то, что будет единым, да, для всей школы. И разницы никакой не будет. Ну, давайте посмотрим. Содержание курса мы берем из рабочей авторской программы, да, в данном случае на сайте учебно-методический комплект «Школа России», второй класс, и мы смотрим, да, какие темы будут изучаться во втором классе, и, соответственно, мы эти темы можем представить в разделе «Содержание». Но «Самое великое чудо на свете», «Устное народное творчество» и так далее. Но в свою очередь мы еще можем, да, в рамках этого содержания, если это отражается в нашей пояснительной записке, вот здесь уточнить. То есть если мы рассматриваем раздел «Самое великое чудо на свете», то тогда в свою очередь мы рассматриваем, да, умение работать с книгой во втором классе, а это значит умение определять тему книги, выбирать книгу для чтения в соответствии с темой, да, или в соответствии с заданием учителя, и представлять книгу на основе обложки. Если мы говорим об устном народном творчестве, то здесь, да, в содержании, которое будет прописано и в основной образовательной программе, и в авторской рабочей программе, будет представлено, что это разные жанры малых и больших форм устного народного творчества, различия их, да, узнавание, к какому виду жанра устного народного творчества относится то или иное произведение, да, ну и сочинение таких форм устного народного, таких произведений устного народного творчества, как загадка, да, и считалка. Знакомство со сказками, отличие сказки от других произведений, да, и сочинение сказки по образцу. И точно так же, да, в каждом разделе, да, содержание. То есть это содержание, посмотрите, оно не объемно, да, то есть рабочая программа не представляет собой дипломную или курсовую работу, она достаточно компактна, и она отражает то, что необходимо учителю для планирования работы. Ну, давайте смотреть дальше, да, то есть планируемые результаты. То есть, опять же, да, все планируемые результаты помещены в рабочей авторской программе по годам обучения. И посмотрите, какие предметные результаты мы должны будем выйти к концу второго класса обучения. А значит, да, то есть что мы должны будем отрабатывать? Чтение, да. При этом, да, разные параметры чтения, то есть это чтение выразительное, да, чтение вслух, да, и начинается работа с чтением про себя, то есть в свою очередь в рамках урока мы должны будем, да, отработать эти позиции. Но посмотрите, в программе не прописано, с какой скоростью должен читать ребенок. Почему? А по той простой причине, что и в основной образовательной программе, и в авторской рабочей программе есть только ссылки на постепенное увеличение скорости чтения. И поэтому для нас будет важно, что не с какой скоростью читает ребенок, потому что это во многом зависит от его характера, от его каких-то внутренних качеств, да, от того, как он говорит, а будет зависеть от того, насколько ребенок понимает то, что он читает. И тогда посмотрите, здесь же во втором классе идет работа, связанная с развлечением и называнием отдельных жанров фольклора и художественной литературы, развлечение художественного и научно-познавательного текста. И посмотрите, здесь прописано, что должно в рамках урока присутствовать обязательно. Умение определять главную мысль,
воспроизводить последовательность событий, описывать характер героя, называть особенности стихотворного произведения, осознанно применять изученные литературные понятия для анализа произведения. И, конечно, да, отвечать на вопросы, готовить к подробному и краткому пересказу, да, составлять выставку книг и так далее. Да. То есть, по сути, вот эти планируемые результаты и определяют содержание работы учителя на уроке. А значит, в свою очередь, на основании этих планируемых результатов мы впоследствии можем что делать? Да, и проводить итоговые контрольные работы. А вот теперь тематическое планирование. Посмотрите, в чем отличие тематического планирования от календарно-тематического планирования. Потому что тематическое планирование определяет что? Количество часов на каждую тему. Посмотрите, вот здесь у меня определено количество часов в соответствии с первым вариантом учебного плана. То есть там, где не включаются в содержание учебного плана часы на изучение родного языка. Ну, например, да, часы на изучение чеченского языка и литературного чтения на чеченском языке. Чтение на татарском языке, да, и татарский язык. Потому что, в свою очередь, если включаются в учебный план эти позиции, да, эти предметы, то понятно, что количество часов на изучение данных тем будет уменьшено. Но, в свою очередь, в рабочей авторской программе очень четко определено количество часов и по второму учебному плану, и по третьему учебному плану, и по четвертому варианту учебного плана. И вот теперь смотрите, вот она форма тематического планирования, где будет определено название раздела «Общее количество часов», и здесь же будет определены форма и вид контроля в соответствии с вашим внутренним документом школы «Положение о контроле». Посмотрите, ведь каждая тема, по сути, да, заканчивается чем? Тематической контрольной работой. А это значит, да, раз тематические контрольные работы будут включены в рабочую программу, то, соответственно, да, они должны найти отражение и в электронном, или в бумажном журнале. И тогда, да, в свою очередь, эти отметки в журнале будут обязательными. Опять же, да, здесь же может быть помечено, что проведение каких работ? Проведение работ итоговых по итогам четверти или по итогам года, да, или административные контрольные работы по итогам четверти и по итогам года. Ну и тогда, в свою очередь, это то, что, опять же, да, может быть написано коллективом. А вот календарно-тематическое планирование очень четко определяет, каковы будут темы уроков в каждом, да, в каждой общей теме. Ну, давайте посмотрим, как это должно происходить. Вот оно, да, календарно-тематическое планирование. Чего здесь не хватает? Здесь не хватает только дат, да, дата плановая, когда мы планируем провести этот урок, и дата фактическая, да, когда мы планируем провести этот урок. Ну и в свою очередь, да, здесь же могут быть помечены формы контроля, но в данном случае, да, все эти уроки с 1 по 5 будут сопровождаться чем? Вариантом текущего контроля, то есть когда учитель спрашивает на уроке не весь класс, да, а спрашивает индивидуально в соответствии с тем заданием, которое получает ребенок. А вот тематическая работа может соотноситься с 6-м уроком, потому что, в свою очередь, вот здесь и прописано, что должна быть тематическая проверочная работа. Итак, давайте посмотрим. Посмотрите, здесь в календарно-тематическом планировании написаны не только, да,
те произведения, которые мы должны прочитать, да, потому что это вводная тема, ориентированная на формирование умения работать с книгой прежде всего. Но здесь же определены те фактические умения, которые должны будут сформироваться в рамках второго года обучения. Ну, смотрите, с чего начинается? Знакомство с учебником, постановка учебных задач. То есть мы должны будем определить, чему же мы должны будем научиться в этом учебном году по курсу литературного чтения и, в свою очередь, на какие результаты мы должны будем выйти. А теперь смотрите, вводный урок раздела. И мы должны будем в рамках этого урока выйти на какой результат? План действий, как подготовить рассказ о книге. То есть фактически мы должны составить, да, план, алгоритм действий, который позволит нам, да, в последующем на всех остальных уроках уже самостоятельно рассказать о книге. Вот смотрите, и далее введение в тему «Самое великое чудо на свете», когда идет работа с пословицами и группировка пословиц в соответствии с заданной темой. Вот смотрите, если количество часов по учебному плану сокращено, то в рабочей авторской программе вот эти три урока будут представлены как один урок. И отсюда фактически на изучение темы «Самое великое чудо на свете» будет представлено не 6 уроков, да, а 3 или 4 урока. Но в свою очередь, опять же, в рамках этих 3 уроков мы должны будем выйти на тот планируемый результат, да, который даст возможность ребенку в дальнейшем обучаться и обучаться успешно. Ну вот давайте посмотрим. Я специально здесь представила не планируемые результаты по курсу второго класса вообще, а представила планируемые результаты по курсу изучения данной темы «Самое великое чудо на свете». Посмотрите, что мы будем делать в рамках этих уроков. Мы будем читать вслух, да, и в рамках этого материала будет обязательно присутствовать материалы, связанные с отработкой технической стороны чтения. Помните, да, итог второго класса? Ребенок должен научиться читать. И во втором классе должен начинаться плавный переход от чтения вслух к чтению про себя. Дальше смотрим, да, он должен научиться отвечать на вопрос или составлять высказывание на заданную тему, на заданный вопрос. Опять же, да, посмотрите, это то, чему мы должны учить, да, когда мы говорим, а прочитай вопрос, а найди главные опорные слова этого вопроса, да, а как, да, мы будем отвечать на этот вопрос, да, первое, что мы должны будем сделать, найти, да, информацию в тексте, а как мы будем эту информацию в тексте искать, а как мы, найдя эту информацию в тексте, будем создавать свое собственное высказывание, опять же, найдем опорные слова, дополним их до словосочетания, до предложения, составим предложение, уточним, да, возможно, несколько предложений. И тогда, в свою очередь, опять же, да, дети смогут самостоятельно, да, в дальнейшем создавать ответы на вопросы. Участвовать, да, в беседе о прочитанном, рассказывать о книге. И, в свою очередь, в этом разделе есть запуск проекта, а значит, в свою очередь, часть урока или весь урок мы как раз и посвятим запуску проекта. Посмотрите, все, что представлено здесь в планируемых результатах по теме, оно будет соотноситься и связано, да, с тем, что будет у нас в рамках каждого конкретного урока в соответствии с календарно-тематическим планированием. Ну и вот теперь очень важный вопрос, на который мне также хотелось бы обратить ваше внимание. Посмотрите, я не случайно написала основные результаты по курсу литературного чтения. И я их представила в очень сокращенном виде. Для чего я это сделала? Для того, чтобы каждый учитель понимал, что точно так же, как по русскому языку и по математике, есть основные позиции, которые должны быть отработаны, да, в курсе этих предметов.
Ну, например, да, если мы говорим о математике, то в курсе математики второго класса, да, это умение освоения таблицы умножения, да, решение задач. Если мы говорим о курсе русского языка, то это знакомство с основными, да, всеми частями речи и грамматическими признаками этих частей речи и максимально представленное, да, знакомство с орфографическими правилами, которые во втором классе должны быть отработаны. Вот точно так же, да, по литературному чтению есть те основные вопросы, которые должны быть отработаны, и на которые, да, дети должны будут выйти, если они заканчивают вот второй, третий или четвертый класс. Ну, давайте смотреть. Курс литературного чтения в первом классе, да, он очень короткий, потому что он начинается после периода обучения грамоты. Поэтому что мы должны будем в первом классе обязательно отработать? Чтение вслух и по слогам. И это нормально, если к концу первого класса ребенок еще читает по слогам, да? Особенно если, да, у него только-только начинало формироваться чтение, да, и он до этого не читал. Смотрите, находить в тексте фактуальную информацию. Посмотрите, именно в первом классе мы чему учим, да? Как находить эту информацию, потому что тексты очень маленькие. Мы говорим, итак, ребят, для того, чтобы найти, где о герое говорится, да, мы, как зовут этого героя, да, мы должны будем пальчиком вести. Смотрите, ведем по первым словам каждой строчки. Нашли, где говорит? Нет. А теперь посередине строчки, да, ведем. Да, вот здесь, да, во втором абзаце. Нашли начало предложения, конец предложения. Определили опорные слова и составили ответ на тот вопрос, который был задан. То есть, в свою очередь, да, это умение, формирование умения выборочным чтением, просмотровым чтением, для того, чтобы впоследствии на уже больших текстах, которые, начиная со второго класса, ребенок достаточно легко находил информацию. Посмотрите, именно в первом классе формируется умение подробного пересказа. И это прежде всего картинный план. Вспомните, в любом учебнике это будут те произведения, которые являются цепочными, да? И, например, «Петушок и бобовое зернышко», например, «Теремок», да? Когда мы видим вот эти картинки, составляем рассказ по каждой картинке, определяем, да, или опорные слова предварительно и восстанавливаем весь текст. Потому что это основа в дальнейшем для чего? Для освоения краткого пересказа, да, выборочного пересказа и так далее. И здесь же, да, должен быть представлен рассказ о книге. Да, вот. Вот эти, да, четыре умения, которые должны быть обязательно сформированы. Да. Теперь давайте смотреть, а что же во втором классе? А во втором классе уже что? Идет работа, достаточно серьезная работа с жанрами. И основные жанры – это рассказ, сказка и стихотворение. И поэтому, да, во втором классе мы уже как итог выходим на что? На то, что ребенок может назвать тему, да, потому что на основе темы он может дать заголовок произведения. Когда он может, да, представить произведения на эту же тему, но другие. Когда начинается уже самостоятельная работа не по картинному плану, а умение делить текст на части, составлять план, подробно пересказывать. Когда идет работа, связанная с умением характеризовать героя, да, для этого находить, кто герой, да, и что о нем говорится. Ну и, конечно же, находить ответ в тексте на заданный вопрос. Посмотрите, все это вы тоже увидите в рабочей программе, но я уточняю, да, то, что будет являться главным и важным. Это то, на тот результат, на который вы должны будете выйти в конце первого или второго класса. А здесь третий или четвертый. Посмотрите, в третьем и четвертом классе, собственно, уже начинается курс литературного чтения, да, потому что к третьему классу дети уже должны достаточно хорошо читать. То есть техническая сторона чтения должна быть отработана. А тогда, в свою очередь, начинается серьезная работа, связанная с умением
анализировать произведение. И если в третьем классе, да, это пока только, да, элементы анализа, и мы все вместе, да, анализируем произведение, то, в свою очередь, в четвертом классе это уже самостоятельный анализ произведения разных жанров. И поэтому, посмотрите, здесь же опять определено, что те позиции, да, которые должны быть отработаны в курсе литературного чтения в обязательном порядке. Это умение определять жанр произведения, называть особенности жанра, делить текст на части, составлять планы. Посмотрите, теперь уже пересказывать подробно, кратко, сжато, выборочно, рассказывать о герое, анализировать произведение. А в четвертом классе это анализ произведения, и как дополнение к тому, что мы делали, это выполнение творческого рассказа и создание письменных работ, отзыва и аннотации на книгу. Вот теперь посмотрите, вот все те основные позиции, которые я проговаривала по курсу первого, второго, третьего или четвертого класса, мы постарались с Инной Анатольевной Бубновой, моей коллегой, близкой подругой, все это отразить в онлайн-уроках. Да? И Ольга Юрьевна Самсонова, методист издательства, в чате уже приглашала на вебинар, который состоится 11 августа, и будет его вести Инна Анатольевна, как определять тему и главную мысль текста, вот та основная позиция, да, которая должна быть отработана в курсе литературного чтения. А я обращаю ваше внимание на те онлайн-уроки, которые давались. Вспомните, я говорила, что во втором классе главное будет чему научить? Определять тему, подробно пересказывать, работать с текстом. Посмотрите, вы можете перейти по этим ссылкам, которые являются активными, и на Ютубе посмотреть получасовые уроки, которые связаны с формированием данных умений. И поэтому, в свою очередь, так как у нас с Инной Анатольевной представлены прежде всего приемы, методы, технологии, то вы легко сможете это перенести на свои собственные уроки. И еще, да, очень обращаю внимание, что это фактически уроки, открытые уроки, наши открытые уроки для педагогов. Но если, в свою очередь, случится так, что у нас, опять же, да, в каких-то регионах появится дистанционное обучение, то этими же уроками вы можете воспользоваться как уроками для детей. И еще очень хотелось бы обратить ваше внимание, что по-правильному для того, чтобы выйти на те результаты, которые должны быть отработаны в курсе литературного чтения, важно вот эти уроки, их не очень много, просмотреть методическим объединением в своей собственной школе, да, и сделать какие-то определенные выводы. Но посмотрите, точно так же, да, уроки будут представлены по третьему классу, и посмотрите, здесь опять будет то важное, на что мы должны будем выйти к концу третьего класса. Выборочно пересказывать по иллюстрации. И здесь будут разные приемы, да, работы, связанные с выборочным пересказыванием. И здесь же, да, учимся рассказывать о герое. Четвертый класс – творчески пересказывать и умение определять главную мысль. Итак, теперь очень важный вопрос, который связан с оцениванием. С литературным чтением всегда вызывают трудности вопросы оценивания, да? Потому что понятно, что в рамках текущего контроля мы можем оценивать что? Подробный, краткий или выборочный пересказ. Мы можем оценивать выразительное чтение или чтение наизусть. Мы можем оценивать чтение по ролям, инсценирование, драматизацию и так далее. Но для того, чтобы это оценить, важно, что будет, да, определить критерии, по которым мы будем оценивать. То есть если мы сегодня на уроке спрашиваем пересказ, то тогда, в свою очередь, мы на доске, да,
или на оценочном листе определяем, что же мы в этом пересказе будем спрашивать. И опять же, да, понятно, что невозможно организовать текущий контроль на уроке литературного чтения как? Когда один ученик подробно пересказывает, и на это уходит 5-7 минут времени, да, все остальные сидят и никак не включаются в урок, то понятно, что это невозможно. Тогда как можно, да, организовать вот этот текущий контроль? Очень просто, да, то есть когда мы можем разделить класс на маленькие группы, когда мы можем определить, да, кто в рамках подробного пересказа по какой картинке будет представлять материал, или, да, что возможно, да, пересказать в рамках плана. И тогда, в свою очередь, дети оценивают внутри себя результат каждого, определяют, да, кто теперь будет рассказывать на весь класс, и тогда вот уже представители от группы подробно пересказывают, а каждый из детей внимательно слушают для того, чтобы опять же было понятно, правильно ли они оценили этого ребенка. Ну и, конечно же, кроме устной работы, то, чего у нас не было никогда в курсе литературного чтения, теперь еще, да, можно и провести оценку за письменную работу. Точно так же, как на математике, на русском языке. Может быть, это тестовая работа, самостоятельная работа. Это может быть письменный ответ на вопрос, сочинение по аналогии, репродукция картины, отзыв на книгу или аннотация на книгу. Ну и, в свою очередь, опять же, материалы текущего тематического итогового контроля могут быть внесены в содержание учебников. Посмотрите, вот она, стартовая диагностика. Это учебники литературного чтения, третий класс, часть первая, «Школа России». Когда, опять же, да, в рамках урока мы проводим, что мы уже знаем, что умеем, да, и над чем нам придется еще поработать. Вот смотрите, стартовая диагностика по разделу, связанную с умением анализировать лирическое произведение. Выбери верные для себя ответы. Я знаю об одной из особенностей стихотворения – рифму. Я могу сравнить два произведения на одну тему. Я могу отличить стихотворение от прозаического произведения. Когда я читаю, то есть по сути – здесь определены те позиции, которые должны стать итогом в третьем классе по данному разделу. И поэтому сначала ребенок самостоятельно это делает. Если что-то не знает, обращается к содержанию, которое есть в учебнике. А затем, в свою очередь, мы это отрабатываем на каждом уроке. Вот он, текущий контроль, да, ответы на вопросы на уроке при наблюдении. И по итогам урока мы можем рассказать, какую видел осень Плещеев. Это же может быть и чтение наизусть. Кроме того, для того, чтобы облегчить жизнь учителей, и по каждому учебно-методическому комплекту, по всем предметам, представлены учебные пособия, связанные с организацией контроля и оценки. Посмотрите, вот это тетрадь учебных достижений по литературному чтению, которую писала я. Меня зовут Бойкина Марина Викторовна. Вот это пособие ориентировано только на курс литературного чтения в учебно-методическом комплекте «Перспектива». Его нельзя брать ни в «Школу России», ни в другой какой-то учебно-методический комплект. Оно четко соотносится с содержанием литературного чтения «Перспективы». И оно предназначено как раз для диагностики, контроля и оценки именно предметных результатов по курсу литературного чтения. И там же, да, представлены задания, ключи и вся система оценивания в соответствии с разделами учебников. И все задания, да, представлены на трех уровнях сложности. Базовом, да, повышенном, и есть еще материалы для подготовки к различным олимпиадным работам. Точно такая же, да, система контроля представлена и по учебно-методическому комплекту «Школы России». И вы видите, что там
предварительный, текущий и итоговый контроль. То есть все работы в обязательном порядке соотносятся именно с учебно-методическим комплектом «Школа России». Ну и обращаю ваше внимание, что понятно, что такая диагностика и контроль по учебно-методическому комплекту «Школы России» есть не только по литературному чтению, но и есть по всем другим предметам. И использовать ее можно только в рамках учебно-методического комплекта «Школа России». Ну и, соответственно, если мы говорим о проверке, о контроле результатов, то это те результаты, которые должны быть в обязательном порядке отработаны. Ну вот время наше подошло к концу. Я открыла вкладку «Вопросы» и постараюсь достаточно быстро на эти вопросы ответить. Ну да, рабочие тетради могут быть приобретены по договору дарения, но, в принципе, каждая школа, она ориентируется на свои, как бы, вопросы. Какие позиции включает в себя оценочный лист по литературному чтению? Оценочный лист по литературному чтению может включать очень разные вопросы. Один из вопросов, например, если наша задача будет проверить техническую сторону чтения, то тогда, в свою очередь, оценочный лист сначала для ребенка будет включать что? Я читаю, да, по слогам, или я читаю целыми словами и слог, я читаю орфоэпически, то есть читаю, как говорю, или я читаю орфографически. Я могу рассказать, да, о чем я читаю, ну и так далее. Если мы проверяем умение, скажем, читать наизусть, то это будут другие позиции. Если я проверяю умение выразительно читать, то это будут другие позиции. На что хочется обратить внимание? На то, что в первом и втором классе эти позиции определяет учитель вместе с учениками, а к третьему и четвертому классу это, в принципе, должны сделать дети уже самостоятельно. Ну вот, вопросы исчерпаны. Спасибо вам большое. Обращайтесь вот к тем урокам, ссылки на которые я дала, и надеюсь, что они вам будут полезны и очень помогут для планирования работы в этом учебном году и для создания своих собственных открытых уроков. Спасибо вам большое за добрые слова и пожелания. Берегите себя. До встречи на вебинаре.